Он под жабры зацепился. Мы тут гадаем, что это такое. Очень похоже на бешеный огурец. Красота. Удачи на рыбалке. Пожелали. Ха. Разрешите вас пригласить в рыбный ресторан. Что творит шельмец, а? Что творит? Ладошечники. На червячка. Народ, всем привет. 22 апреля. Я нахожусь в Юхновском районе, рядом с деревней Щелканово. Здесь такое вот озеро. Сегодня переключаемся с поисков налима на карася. Первая рыбалка в этом сезоне на карася. Вот такое местечко здесь. Хорошо. Оно повыше. Вот тот берег, он такой более пологий. А здесь вот хорошее место для рыбалки. Сегодня не один я с супругой. Помашите ручкой. Всем здравствуйте. Вот так вот машина забита под завязку. А если багажник открыть, оттуда все начнет вываливаться. Добра-то много. Лишь мурдяка. Вот так еще вот тут. Вот как-то так все это выглядит. Рыбацкий скарб. Все, быстренько расставляемся и начинаем закидывать. Эх, в поисках клевого момента на рыбалке круглый год. Сюда иди. Иди на обработку. От всякой гадости. Чтоб народ знал, что клещей много. Здесь, кстати, бессмысленно, на мой взгляд, искать что-то. Где-то русло, конечно, речушки проходит, потому что это озеро. Там стоит плотина. Ну, как всегда, в колхозах, в совхозах делали водоемы. И, ну, я, честно говоря, никогда русло не находил. Здесь идет просто пологий такой спуск и все. Где-то, может быть, там посередине. Но я не в курсе. Конечно, могу и ошибаться. Сколько ловил, часто очень именно на мелководье. Ну что, вперед, насаживать мотыля. Ориентир. Столб, туда и кидаем. Да, и чем дальше, тем лучше. Ну, сегодня у нас день отдыха, точнее вечер отдыха. Открытие сезона отдыха на природе вдвоем. Поэтому сейчас как донки. А вот с утра уже буду ловить, все, сяду целенаправленно следить за кончиками фидера. Эх, погода хороша, солнышко греет. Что будет ночью, непонятно. Но надеюсь, мы переживем эту ночь. Я с собой печку взял, кстати. Как ее приспособить не к зимней палатке, еще не совсем представляю. Но будем думать. Кстати, вот там вот, на другом берегу. О, вот здесь вот, на другом берегу. Тоже семейная пара с палаткой. Тоже отчаянные. Тоже открывают сезон, наверное. Извините, люди, что я вторгся в вашу личную жизнь. Ничего личного. Все, ухожу. О, сколько времени прошло? Минуты две? Да, вот. Моя дорогая говорит, 2 минуты. Пока я тут камеру ставил, тут такие поддергушки были. Ну что, в садок пока? Думаю, да. Да. Ну, значит, садок. Ну, вот пока вот такое. С ладошечку. Даже какой с ладошечку? Поменьше. А сколько радости. А сколько радости, да. Ой, а это кажется что-то поинтереснее. По сравнению с тем, что было до этого, это что-то поинтереснее. Конечно, не полкило, но что-то приятное вполне. Он под жабры зацепился. Хороший такой, чистенький, красивый карасик. Вполне, вполне. На жареху можно.
Вот чудеса какие. Неделю черви пролежали в банке. Сейчас открыл. А тут семечко проросло. Весна. Все растет. Все тянется кверху. Мы тут гадаем, что это такое. Очень похоже на бешеный огурец. А может это арбуз? Кстати. Как ты думаешь? Ну тыква. Арбуз меньше. Тыква? Черная. Ну у арбуза тоже большие бывают. Тыква. Ну кто ее знает. Будешь сажать? А то. Ну все, ладно, передаем. Давай ладошку передам. Все, посадим. Держи, сажай. Урожаем потом угостишь. Обязательно. Поганки, хохлатки. Поганками их называют, потому что это утки, которые едят рыбу. Не поганок же они едят. Ну, у них из-за этого становится поганое мясо несъедобное. Что, нет, это ошибка многих начинающих охотников. Подстреливают такую утку, а опытные охотники смеются. Потому что есть это невозможно. Ну, сейчас они вон чупырхаются, а периодически милуются. Вот сейчас погода великолепная, так, легкая рябь. Периодически налетает ветерок. Поэтому такой вот шелтер или ракушку поставили. Укрытие от ветра небольшое. Отличная вещь, кстати, должен сказать. Ну, кто смотрит мой канал, видели, как я топлю зимнюю палатку на зимней рыбалке. Но летнюю я в первый раз пытаюсь протопить. Поставил, конечно, снаружи. Завел хобот внутрь. Где-то вот там вот. О, вот. Ну, что это даст, посмотрим. Небольшой урок топографии. Вот в деревне стоит разрушенная церковь. Колокольня, над ней маковка. Всегда православные церкви строились так, чтобы вход был с запада, через колокольню. А вот теперь повернемся на 90 градусов. Оп. И вот там у нас падает солнышко. Вот. То есть, если увидите церковь, всегда сможете сориентироваться. Алтарь на восток, колокольня на запад. О. К вечеру, кстати, поклевки стали гораздо реже, даже на мотыля. Вот он, вот он. Красавчик. Правда, травушки зацепил. Ну, такой, вполне жарешешный. Зато заглотил зараз прям. Красота. Ну, вот так вот. Солнышко ушло. Утро доброе, народ. Какое прекрасное, тихое, доброе утро. Ночью было не жарко, но нас спасла автономочка. В палатке было очень комфортно. Сколько утей там.
Понеслась. Первый утренний заброс. Оп, и даже 2 минут не надо ждать. Ну, явно мелочь. Эх, лучше предка, но метка. Да, не засеклось. Мелочь сразу телебонит. Сегодня что-то облачками затянуло. Солнышко пробивается. Мужик подходил, поговорили. Удачи пожелал. Вот сижу, ловлю удачу. Даже мелкий карась перестал клевать. Удачи на рыбалке. Пожелали. Ха. А не клюет. Если там что-то и сидит. Нет, наверное, уже не сидит. Ну, удачи, удачи пожелали, да. Мотылика обглодали. Милуются чертовки. Здрасте, здрасте, говорит. Какие у вас планы на вечер? Вот такие у меня, говорит, планы на вечер. Шеи покивать. Разрешите вас пригласить в рыбный ресторан. Что за чушь я несу? Доставайте спичечные крабки, будем рыбу складывать. Ну что это, а? Ну что это? Вот такой вот. Делайте ставки, господа, через сколько клюнет очередной мелкий карасик на мотыля. Честно говоря, даже особо нечего показать. Вот клюет вот это вот. Ну что это? Я не выдержал, еще один фидер поставил. Правда, насадил туда опарыша. На опарыша здесь особо вроде не клюет, но вдруг что-нибудь захочет и на опарыша. Все равно наслаждаемся природой. Что творит шельмец, а? Что творит? И походу сбежал. Блин, мелочь. Поклевок много, а в садке не очень густо. Или не подсекается, или даже вытаскиваю нафиг туда. Непонятно. Вот только что вытащил до этого ладошечника, но камеру не включил. Но зато вся мелочь на камеру. Плыви. О, на втором фидере червяк. Сейчас проверим, кто его там теребит. Вот такие вот ладошечники на червячка. Как-то так. И его пока в садочек. Так, промежуточный итог. Рыбалка пока продолжается, но решили поджарить мальца рыбки. Сейчас заодно отсортируем. Так, что мы тут имеем? Что мы будем жарить? Такого берем сковородочника. Берем. Берем. 2, 3. Ну, пойдет. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хороший лох. 11. Ну ладно, 12. Остальных сейчас отпустим.
Люблю этот процесс, когда муж выпускает рыбу. Пускай плывут. Так, там 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и куча сразу амнистированных. Ого. Круто. Нет, не круто. Бывало здесь и покруче. Именно не по количеству, а по качеству. Самый приятный момент. Давай, 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 пошел, пошел. Все, поплыли. Ловим, потом растите выпускаем. Большие. И радуйте нас хорошими уловами. Хорошими поклевками, клевыми моментами. Вот такое вот открытие летнего сезона палаточного получилось. Скажем так, отдых с рыбалкой. Совместили приятное с полезным. Сейчас рыбки нажарим. Сладенько, вкусненько. Соберемся и до дома. Ладно, ребята, всем не хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на канал «Клевый момент». Всем пока.